makov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Длинноногий папа и его 99-я осень. Нет, это не название голливудской комедии ужасов. На самом деле слово «fall» здесь означает «падение». Кстати, привет, друзья, с вами appleinsider.ru, и сегодня мы расскажем о новейшей игре, которая называется Daddy Long Legs. Как вы видите на экране, игра очень простая, по крайней мере в визуальном плане. Чего не скажешь о самом процессе игры. Потому что по своей сложности эта игра, пожалуй, уступает только Flappy Bird или Swing Copters. Здесь с помощью тапов по экрану нам необходимо передвигать длинные ноги вот этого главного персонажа. И как вы видите, не особо хорошо у нас это получается. Этот человечек передвигается очень-очень неуклюже, и удержать его в стоячем положении довольно сложно. В конечном итоге наш рекордный показатель это где-то чуть более 30 метров, что, наверное, очень мало. В игре также можно посмотреть видеоповтор и даже отправить его в соцсеть или по почте. Давайте, скажем, отправим его Тиму Куку в компанию Apple. Пусть посмотрит и порадуется. Если вы часто путешествуете или вам просто нечего делать и хочется убить время, я думаю, что эта новая игра вам очень понравится. По крайней мере, у нас она отняла очень много рабочего времени. Потом даже больше не хотелось возвращаться к работе. Но тем не менее, мы продолжаем работать для вас, а вам будем благодарны, если подпишетесь на канал, поставите лайки и продолжите следить за appleinsider.ru. Пока!